человек может, не выходя из дома, со своего планшета, с компьютера, с мобильного телефона, в любое время, независимо там, от времени суток, выходной день, зайти на портал госуслуг и воспользоваться этим порталом. То есть заказать любую услугу, вот, получить консультацию по этой услуге. В постоянной доступности информация о состоянии пенсионных счетов, трудовом стаже, задолженности перед налоговой, данные о штрафах, наложенных ГИБДД. Сегодня онлайн можно оформить справку об отсутствии судимости, сдать документы на замену или выдачу паспорта или загранпаспорта, водительского удостоверения. Пользуясь электронным вариантом, человек, во-первых, он сохраняет свое время, ему не нужно не ходить никуда. Предусмотрены 30% скидки на уплату некоторых государственных пошлин, если вы пользуетесь именно в электронном виде получением услуг. Такие, как уплата штрафов ГИБДД, например, это как оформление транспортного средства через электронный портал. Это реально работает. На собственном примере могу сказать, я недавно регистрировал транспортное средство, и вместо государственной пошлины, которая предусмотрена в размере 2850 рублей, мной было оплачено через электронный портал 1995 рублей.